Сегодня 10 мая, наконец-то появилась возможность приехать за светло снять. Вот в таком состоянии сейчас небоскреб, то есть почти его притянули за провод к берегу. Вот, но что приятно, что как я вчера провод сложила, так он сейчас и лежит. То есть никто не соблазнился его вытянуть обратно. Вот, трава уже так разрослась сильно. А та, которая наверху, совсем дохленькая уже. Наверное, не хватает ей дождя для полива. Цветочки цветут.